волшебная история про девочку Ренату. О глобусе резиновом, о чудесах на свете. Увидите, услышите и взрослые, и дети. Пчелография, веселые уроки. Какая география, мир близкий и далекий. Эта удивительная история началась на даче у моря. Девочка Рената любила ухаживать в саду за ароматными красивыми розами. Однажды она встретила необычную пчелку. Привет! Я Жужу. А ты кто? Привет! Я Рената. А ты тоже любишь цветы? Конечно! Мы, пчелы, обожаем цветы! Ух ты! Здорово! С тех пор Рената и пчелка Жужу стали неразлучными подружками. А по вечерам Жужу рассказывала Ренате разные пчелиные истории. Мы, пчелы, над землей летаем, что люди говорят, понимаем. Не только вкусный мед собираем, но также цветы опыляем. Однажды родители подарили Ренате большой, красивый резиновый глобус. Вот, дочка, изучай нашу планету, Земля. Ренате очень понравился глобус, и она немедленно побежала показать его своей подружке Жужу. Жужу! Жужу, ты где? Что случилось, Рената? Смотри, какую штуку мне подарили! О! Это же глобус, макет нашей планеты. Я могу тебе много о ней рассказать. Мы, пчелы, планету облюбовали. И так как мы знаем, кто знает едва ли. На пчелам 100 миллионов лет. Медовый мы людям шлем привет. Давно мы на Земле появились. В то время динозавры водились. Ой, как же все интересно! Вот бы и мне так же мир повидать! Съешь эту волшебную хлебину, и мы отправимся в увлекательное, сказочное путешествие вокруг земного шара!